финале конференции сыграете с Локомотивом. Насколько неожиданным для вас этот соперник оказался по финалу? Да я бы не сказал, что он неожиданный. Они победили ЦСКА, значит, они были сильнее. Немножко о Локомотиве, насколько, как с ним играть, все взяли серию, естественно. Ну, я думаю, нам подскажут, как. А так, ну, надо готовиться, выходить, показывать лучшие подействия. Плей-офф многое зависит от вратаря. Как вы оцениваете вратаря своего будущего соперника? Как серия ЦСКА показала, у них оба вратаря готовы. Будем разбирать тоже. Несколько дней назад ушел из жизни Сергей Гиннадьевич. Что было, может быть, персонально для вас? Насколько вы считаете, что действительно потеря для комментаторского центра? Ну, знаете, я его знаю, наверное, больше как эксперта нашего, да, самого известного, можно так сказать. Конечно, большая потеря. Лично с ним был мало знаком, так пару раз виделись, но все равно считаю, это потеря для всех. Можно несколько слов все-таки по серии с «Динамо»? Казалось, что борьба будет более упорной. Почему как бы все закончилось всего со счетом 4-1 на выставке? Ну, просто, наверное, где-то нам, может, чуть-чуть повезло, что мы как бы выиграли 4 матча так быстро. А на самом деле, каждая игра была в одну шайбу. Очень упорная была серия, на самом деле. Много всего было. И в серии с «Витязем», и в серии с «Динамо» самым сложным матчем для СКА был первый матч. Вот почему так происходит, и как настраиваетесь на первую игру с «Локомотивом»? Ну, первый матч любой серии, наверное, он такой. Знаете, команды стараются, может быть, более свежие еще, и присматриваются друг к другу. А так, не знаю, посмотрим, как сложится. Может, просто так, сечение все. Спасибо большое. Спасибо.